Торжественная церемония открытия выставки «Железо и мужество» состоится 10 октября 2018 года. Мы хотим пригласить всех интересующихся отечественной историей, интересующихся историей лавры, оружием и славой наших предков прийти к нам и посмотреть на это интересное собрание. У вас будет уникальная возможность познакомиться с этой выставкой, которую привезут из разных коллекций. Цель проекта – представить коллекцию в максимально возможной полноте и разнообразии на ее исторической родине и рассказать о людях, благодаря героизму которых удалось отстоять от поругания русскую святыню – Троицкий монастырь и решить судьбу государства. До 18 века Троицкая оружейная палата насчитывала почти 5000 экземпляров холодного и огнестрельного оружия. Среди них были самые разнообразные военные предметы – и луки, и шлемы, кольчуги, наконечники стрел и различные пороховницы. В оружейной палате Московского Кремля мы можем видеть еще несколько вариантов пороховниц. Практически все здесь отражены. И казачьи рога, и круглые медные пороховницы, и пороховнички сложной формы, вот, и в форме раковин. То есть самые разные. В основном тоже все они и русские, и западные, и восточные вещи здесь хранились. Хотелось бы рассказать два слова о бердышах. Это чисто русское оружие, которое очень своеобразное по формам, настолько разнообразное. И у нас было в лавре на середину 18 века практически 300 бердышей. Троицкий бердыш, вот этот вот маленький, вот такого типа бердыши, вот такого типа бердыши и такого типа бердыши вернутся к нам на выставку сейчас. Выставка в музее-заповеднике начнет свою работу с 10 октября и продлится до 12 декабря текущего года. Роман Кренделев, Любовь Лукашина, Сергей Власов. День города.